сейчас забетонируется здесь. У тебя сейчас рука застынет. Кто хочет понять эту дружбу? Тоже бензина пахнет. Оу, какая идея. Как мы тем мир будем спасать? Мы вообще продумали это? У нас есть канистра, форма для платы, шланг и философский камень. Камень не ваш, кстати. Камень не наш? А что он не наш? Детали, да? Камень не ваш. Да? Почему? Почему мы он прошли? Он не нужен. Так, он не вам нужен. У нас есть не все детали. Почему у нас все подсказки вели к этим штукам? Ну, признавайтесь. Без понятия. Дай схему. Дайте схему. Тут нету камня. Объясни мне за схему, пожалуйста. Смотри. Есть канистра, вот это что, воронка? Нет, это сам раствор. Это сам раствор. Это схема. Короче, вот форма. Форма. Ну вот она форма. Ну да. Все, можно камня готовить. Тут нет, да, можно готовить. Готовим. Печкин, и готовим там. Так, зафиксируй, что мы что-то приготовили, пожалуйста. Печкин. Хорошо. Пенкин. Давай. Я просто не знаю. Такая вот фоточка. Я на видео хочу. Если это найдет мой папа, это обязательно попадет на YouTube. Сейчас должен был я это сделать, да? И вон те два колеса тоже не ваши. Пофиг. Да нам их, знаете, по секрету дали. По секрету, да. Возможно, у них там диверсанты. Просто сказали, вот вам колеса. Ну, типа, хорошо. Вот оно льется, я думаю, не стоит это на поднос, да? Да, тут на самом деле должен был еще мешок быть, ну ладно. Мешок? Где мы мешок должны найти? Вот. А он тоже был там под юртой. Какой мешок? Черный. У нас в юрте с костром лежит мешок. Хорошо. Это он был? Видимо, да. Боже мой. Давайте я принесу. Сбегай. Давай. Пышка. То есть в мешок раствор наливается и вот сюда. Пшшк. Вот так. Это прототип 3D-принтера. Прекрасно. Бегай. Что мы будем делать? Что мы будем это делать? Плата. Плата для чего? Плата электронная для супермеханизма. То есть ваша цель это вот эту плату сделать. То есть сделать механизм и плату сделать. Просто бетонную. Да, просто бетонную. Это строительный принтер. Можно мне вот это оставить здесь, помыть руки? Вообще кайф уже забыл. Просто разлей уже сейчас и иди мой руки. Ладно.